Всем привет, Blender 2.81, и сегодня вот этот гражданин совершил первый свой прыжок. Для понимания давайте рассмотрим, как все это дело делается. Так, есть персонаж, есть постмод, и добавим в Object Mode, зайдем, добавим сюда Add Mesh Plan. Семерка на NumPad, S английская прибавляем, можно побольше, не проблема. Так, смотрим, что да как он тут стоит, тоже все хорошо. Ну и теперь нужно добавить кубы. Add Mesh, добавить куб. Вот он здесь появляется куб, тройка на NumPad, куб пока можно скрыть. И выделяем полностью вот так нашего персонажа. Главное не зацепить нижний план. Так, теперь тройка на NumPad. И можно G вот так все это дело приподнять. Теперь включаем видимость куба и поработаем с кубом. Открываем транспоз и вот так все это дело вытягиваем и подставляем вот сюда. Ну и немножко, конечно, вперед. И вот так еще в бок уводим. Так, первый сделан. Можно куб даже пошире сделать, чтобы снизу он там немножко не выпирал. Ну, можно еще его как-то вот так вот подкорректировать. Ну и еще можно сделать что? Shift D. Берем этот же куб и его уже уменьшаем где-то вот до такого размера. Все установлено. Вот так это все сверху выглядит. И вот теперь нужно заставить персонажа прыгать. Да? Я раньше представлял себе это все, конечно, по-другому. Так, чуть-чуть еще прибавить. Вот так вот. Я думал, нужно какую-то курву, и он по этой курве ориентируется и прыгает. А нет, есть вот такой вариант. Теперь мы выбираем персонажа, заходим в постмод. И здесь уже можно им руководить. Начинаем делать, допустим, вот так вот первую позу. В бок ногу уводим, вторую, допустим, вот сюда. Вот так вот ставим, находим таз, чуть-чуть припускаем. Ну, где-то в таком духе. Вот эту ногу можно прямо еще подальше и ровнее, а эту ногу чуть-чуть вот сюда вот так. Ну, где-то в таком духе. Ну и опять же руки. Единица на NumPad, опускаем руки, выкручиваем R кисти. Ну и немножко G. Вот так вот руки расслабляем. Вот получается первая поза, рука туда-сюда, и вот если здесь хребет выбрать, то можно его немножко наклонить, голову выбираем, шею немножко подкрутить, чтобы он смотрел, куда он прыгает. Ну и опять же руки, сейчас я покажу, как он там установлен, и покажу каждую фазу. Все, вот такая подготовка, и здесь пошел. И уже сейчас объясню на другом файле. Вот теперь такой вот файл. Выбираем кости и заходим в постмод. Вот все этапы. Вот первый этап. Вы можете его сейчас скриншотом снять. Вот он идет второй этап. Готовится к прыжку. Тут выходит, вот он приседает. Третий этап. Если вы вот это все сейчас отсканируете, то можно их соединить и потом вот по этому персонажу уже сделать прыжок. Следующий этап, это уже четвертый. Вот он разгоняется, и здесь у меня, словом, теряется одна позиция. Я ее почему-то не заметил, не нашел.
И вот он толкаться должен, в принципе, вот этой ногой, а этой ногой должна быть пробежка, но это я потом устраню. И вот следующий этап, он уже в полете. Как делается полет? Вы просто выделяете кости персонажа и просто G переносите его на нужную точку. Вот где-то вот сюда. Хорошо бы, если делать прыжки, я в будущем постараюсь найти именно траекторию прыжков. И сделаю задний план такой, по которому можно будет именно ориентироваться по нахождению ног, рук. Ну, такой вот многофункциональный какой-нибудь должен же быть. Ну, как вариант, вот полоса, вот здесь вот несколько полос, чтобы было нарисовано. И подписано, где какая траектория. Хотя бы так самому можно сделать. Так, смотрим следующий файл. Этап. Вот вы видите, что он ногами упирается. Тело сейчас изогнуто. Ноги сейчас должны уже сгибаться потихоньку. Это если делать прям каждый этап прорабатывать. И в воздухе еще несколько можно этапов добавить. Следующий этап, вот приземление, стыковка, 5 минут полет нормальный. И вот сейчас он начинает уже приседать по инерции. Вот идет его приседание, тело должно уходить вперед. Вот так вот, раз уходит тело, и руками он берется именно за место, на котором сидит. Ну, типа как попугай. Ну вот такие этапы, вот такой вот персонаж, вот в такой позе он приземлился. Ну вот теперь буду делать именно прыжок, попробую прыжок сделать льва. Также можно попробовать бросок медведя сделать, вот пока отработать вот эти вот прыжки. Разные. Вплоть до мультяшных можно. Ну вот так вот выглядит именно место, на котором он здесь прыгает. Ноль на нампаде. Вот так установлена камера. Ну а теперь что получилось уже в нераскрашенном виде, я покажу в конце ролика. Ноль на нампаде. И вот еще в чем фишка. Советуют прибавить скорости. Если включить вот с первого момента, то здесь получается, да, вот замедленно, нужно немножко это все дело сгруппировать, ускорить вот пролет именно через верх. И должно все выйти где-то, ну если вот ввести самому, то где-то вот в таком духе. Во. И еще больше скорости добавить. Но это уже не проблема. Здесь можно вот эти вот все этапы сгруппировать, какие оттянуть, какие поставить ближе и уменьшить. Все, всем пока. Результат вы и так уже видели. Ну, посмотрите, если кому интересно рендер вот этого всего. Все, всем пока.